Биология. Тема «Источники энергии и возраст Земли». Развитие и преобразование материи без притока энергии невозможно. Рассмотрим те источники энергии, которые обуславливают дальнейшую эволюцию веществ уже не в космосе, а на нашей планете. Оценить роль источников энергии нелегко, ведь при этом необходимо учитывать неравновесность условий, охлаждение продуктов реакции, степень их экранирования от источников энергии. По-видимому, любые источники энергии оказывали значительное влияние на преобразование веществ на нашей планете. Как это происходило? Конечно, свидетельств объективного характера просто не существует. Однако процессы, протекавшие на нашей Земле в глубокой древности, можно смоделировать в эксперименте. Во-первых, необходимо определить временные границы. Во-вторых, воспроизвести с возможной точностью условия в каждой из эпох существования планеты. Для обсуждения вопросов о происхождении жизни на Земле, помимо знания источников энергии, необходимых для преобразования материи, нужно иметь и достаточно четкое представление о времени этих преобразований. Развитие физических наук в настоящее время предоставило биологам несколько эффективных методов определения возраста тех или иных пород земной коры. Сущность этих способов заключается в анализе соотношения различных изотопов и конечных продуктов ядерного распада в образцах и соотнесении результатов исследования со временем расщепления исходных элементов. Использование подобных методов позволило ученым построить временную шкалу истории Земли с момента ее остывания. 4500 миллионов лет назад и до настоящего времени. Теперь наша задача состоит в том, чтобы внутри этой шкалы установить, каковы были условия на примитивной Земле, какого рода атмосферу имела Земля, каковы были температуры и давление, когда образовались океаны и как сформировалась сама планета.